Ирис, или касатик, или петушок – род корневищных многолетников семейства касатиковые или ирисовые. Растут ирисы повсюду и насчитывают около 700 видов всевозможных форм и оттенков. В переводе «ирис» означает «радуга». Так назвал цветок Гиппократ в честь Ириды, богини радуги. Легенда рассказывает, что когда Прометей подарил людям огонь, вспыхнула радуга. Так ликовала природа. Радуга переливалась весь день, вечер и ночь, а когда темнота отступила и зашло солнце, все увидели, что на земле расцвели изумительные ирисы, цветы, похожие на радугу. Флоренция, в переводе «цветущая», получила свое название от римлян за то, что поля вокруг города были усеяны ирисами. В культуре цветок ирис уже более 2000 лет, и выращивают их не только как украшение садов, но и как ценное сырье для производства эссенций в парфюмерной промышленности. Ирисы – растения корневищные. На корневище растут шнуровидные или нитевидные корни. Цветоносы, один или несколько, однолетние. Листья плоские, мечевидные, тонкие, двурядные, иногда линейные, с восковым налетом. Собраны они веерными пучками при основании цветоноса. Стеблевых листьев почти нет. Цветки у ирисов одиночные, иногда в небольших соцветиях, крупные, часто ароматные, отличаются замысловатой изящной формой и бывают окрашены в самые различные цвета и их сочетания. У цветка 6 лепестков. На самом деле это доли околоцветника. 3 наружные доли немного вывернуты к низу, и они по цвету обычно отличаются от верхних долей, которые, сросшись внизу, образуют трубку. Цветут ирисы с мая по июль. Одновременно цветут 2-3 цветка от 1 до 5 дней. Плод ириса – трехгнездная коробочка.